Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. На 73-м году ушел из жизни итальянский актер Флавио Буччи. Он родился 25 мая 1947 года в Турине. Изучал актерское мастерство на драматическом факультете театра Стабиле в Турине. Дебютировал в кино в социальной драме «Эле Петри рабочий класс идет в рай» 1971. Широкую популярность Флавио Буччи получил в 1977 году после исполнения роли Антонио Легабио в телевизионной драме режиссера Сальватора Нокита Легабио. Премия на МКФ в Монреале. 1978 – премия «Серебряная лента». 1978. Среди лучших работ в кино и на телевидении. «Аньези идет на смерть» 1976 и «День сначала» 1987, «Оба режь». Джулиано Монтальдо, «Тексы иль сеньоре дегли абисси» 1985, «Реж». Дуче Тесари, «Царь Ирод» в фильме Луиджи Магни Секондо Понзо Пилатоу, 1987, «Бритоголовый Тестера Сате» 1993, «Реж». Клаудия Фрагаса, «Молчание жаворонков» 2005, «Реж». Дэвид Балерини, «Дон Манфреди» в сериале. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!